вишивки бісером починається в далекому минулому, ще у Фінікії 6 тисяч років тому назад. Але згодом Венеціанська республіка стала центром виробництва бісеру в Європі. Протягом століть цей вид рукоділля то входить в моду, то забувається. Поява ж самого бісеру та вишивки ним стала можливою тільки з появою виробництва скла. В наші дні зберігається інтерес до вишивки бісером серед багатьох майстрів. Маленькі скляні бусини використовуються для оздоблення предметів побуту та одягу. За допомогою бісеру також виготовляють різноманітні прикраси. Бісер чудовий за своїми декоративними якостями матеріал. Він якнайкраще підходить для вишивки картин та відтворення найдрібніших деталей завдяки розміру самих бусин. Вважається, що річ, прикрашена вишивкою з бісеру, має ексклюзивний характер. Речі і аксесуари зі скляного бісеру виглядають дуже добротно і незвично. Їх власник однозначно не залишиться непоміченим. Крім того, кожен бажаючий може спробувати свої сили в рукоділі вишивки бісером. І хто знає, можливо, саме ви будете блищати в речі власного дизайну. Отже, радий представити гостей нашої студії Олена Грева та Анастасія Євтушенко, дизайнери прикрас. Доброго ранку вам. Дякуємо, що ви з нами. Отже, розпочнемо із того, що це колись була мрія, те, що ми зараз бачимо на столі. І колись ви, дівчата, були окремо одна від одної. Що це за довга така історія і як взагалі вдалося поєднати свої таланти для того, щоб створити спільну справу? Доброго ранку. Да, ми якби давно вже займаємося хендмейдом, кожен в своїй якоїсь стихії. Я займаюся давно украшеннями, ну давно, це літ 5. Скажем так, з Настею познайомилась теж на цю тему, була її першим клієнтом, заказала у нього блокноти ручної роботи. От, потім ми почали общатися, так здружились, дружимо вже більше 4 років. А в прошлом году возникла идея вот совместного проекта. Захотелось мне вышить сумочку, но так как шить я не умею, а на готовой сумке как бы это уже не ручная работа, ну поэтому вспомнила, что Настя умеет шить. То есть я так понимаю, что у Насти спектр возможностей широк. Что и чем занимались до того, как создали вот совместный проект? На самом деле очень много всего было. И плетение бисером было, и блокнотоплетение этим занималась достаточно серьезно. Вот. И когда Лена предложила, в принципе, мы собирались сделать это единичным случаем, но в процессе работы стало интересно, потому что такого в Украине и вообще мы не видели, чтобы создавались именно комплекты, потому что это достаточно трудоемкая работа для одного мастера, а мы вот на одной волне, и нам очень легко, комфортно работать. Вот так сошлись, и вот полгода мы уже вместе, и очень довольны результатами. А если говорить вообще об этом проекте, стоит отметить теперь, как это все создается, на ком какая работа? Моя работа – это декор и украшения, у нас есть конструктив, она моделирует. Сумки, їх шьет сама, как бы, то есть я вишиваю. А хотілося поговорити ще й про фестиваль, який вам вдалося цьогоріч підкорити, і підкорити тим самим вже Україну, та й людей, які там були своїми виробами. Що це за фестиваль? Фестиваль називається «У пошуках Made in Ukraine». Тобто фестиваль був тільки по українським производителям. Вот, фестиваль більше був не хендмейдерів, чего мы, собственно, не очень ожидали. Были больше производители фабричные, но очень было весело, очень масштабно, чего вот города Николаева, допустим, не хватает, потому что мы вырвались и поняли разницу между нашими ярмарками на Соборной и между фестивалем в Киеве. Зараз бачимо якраз фотографії ось цього фестивалю, їх можемо прокоментувати, що ж це там воно було. І, до речі, стосовно виробників, з Миколаєва хтось ще був представлений? Чи... Если честно, не знаю. Честно, не знаю, не знакомились, стояли, обсуждали, показывали людям, что есть такое. Люди не готовы к тому, что есть комплекты ручной работы, которые дополняют друг друга и могут украсить любой базовый комплект одежды. То есть не нужно специально подбирать одежду, можно одеть маленькое черное платье, либо классическую рубашку с брюками, одеть наш комплект, и вы будете неповторимы. Да. То есть вы продолжаете уже те идеи, как у Шанель, маленькое платье черное? Это классика, да, поэтому...
да, актуально. Если говорить по поводу вот этих комплектов, потому что они привлекают и мое внимание, я думаю, что сейчас привлекают и внимание наших зрителей, вот по поводу этих комплектов, что это, как это и, соответственно, из чего они? Какие материалы используются? Полностью ручная работа. Это, во-первых, используются только очень качественные материалы. Это кристаллы Сваровски, бисер только японский. А вообще, вышивка бисером, это, конечно, очень условно. Сейчас очень много материалов. Там и хрусталь, канитель, пайетки. Фурнитура тоже имеет значение. Берем только высококачественную, чтобы ничего не портилось. Куда же я не я, если я не потрогаю, не возьму в руки. Друзья, и вам даже покажу. Я думаю, что эксперименты будут продолжаться. Не только Таня Макушева должна делать эксперименты над собой, но и я могу примерить эту сумочку. Почему бы нет? Друзья, весьма мне идет. Так что вот так. По поводу комплектов, я смотрю, что есть это в виде сережек, есть и комплекты более массивные. Да, да. У нас есть как комплекты сумки и колье, так и более мелкие, там, брошки, сережки. Да, мы делаем, чтобы украшение было одно в комплекте, чтобы не перегружать, как бы. Ну да, чтобы не было образ. По принципу все, что було вдома, да, це на себе одягло. Да, да. Тому все має бути мінімально і зі смаком. Тому це ми пам'ятаємо. До речі, тепер стосовно проєктів, проєкт уже це є. Стосовно внутрішніх, можливо, проєктів, щось нове плануєте? Можливо, якісь нові дизайни або розширяти горизонти асортименту? Що це буде? Да, плануємо. Починали ми з вечірніх сумочок, то, щоб показували, большие проекты, а потом мы подумали, что можно же делать и более простые вещи на каждый день, чтобы это было удобно, комфортно и в то же время ярко, и так не как у всех, правильно? Поэтому мы делали городская серия, вот это фуд, например, брошки веселые, планируем делать и серия «Мама-дочка», к примеру. Family Look, это тоже очень актуально. Я думаю, для фотосессии 100% будет пользоваться успехом, а для жизни так точно. Потому что девочки всегда же хотят подражать маме. И когда есть этот момент, и есть возможность приобрести похожие аксессуары, то это прекрасно, на самом деле. Кстати, на маркете все дети были наши, они были просто покорены, умоляли мам купить им эти сумки, потому что просто мама, я без них жить не могу. Также еще хотим сделать свадебную серию, причем свадебную серию не только для невесты, но и для подружек невесты, чтобы это было все в одном стиле. Сейчас это заходит в Украину более широко, и поэтому тоже интересно. И, скажем так, на свадьбах уже не одна дружка, их целый комплект. И пусть они будут с одинаковыми сумочками или очень похожими, чтобы было. Я хочу сказать, что это на самом деле очень уникально, потому что если это фабричное производство, очень редко можно найти в одном магазине там несколько таких сумочек, да, то если у вас, то можно еще и заказать свой дизайн, я думаю, в этом тоже сложности нет. Мы работаем все равно все на шьется. Заказ с удовольствием. Поэтому. Так что, друзья, вот так. В Николаеве тоже есть свой handmade бизнес, и девчонки показывают, что с золотыми руками в Николаеве есть прекрасная половина нашего человечества. Вам спасибо большое. Между прочим, сделаю большой вам комплимент, потому что ручная работа и на девчонках сегодня свое же. Спасибо вам большое за то, что к нам сегодня пришли. Напоминаю вам, друзья, что мечтайте, творите, и все у вас получится. И яркий пример нашей утренней гости.